Приключения девочки из будущего в прокате, долгожданная премьера 100 лет тому вперед. Этот фильм вдохновлен миром, который создал фантаст Кир Булычев. Почему стоит сходить в кино, расскажет наш корреспондент Светлана Круковская. Отвоевать у космических пиратов вселенную, восстановить ход времени и обрести самое дорогое – любовь и дружбу. Это история девочки Алисии из будущего, которая вернулась в прошлое, чтобы найти свою маму. В основе сценария картины «100 лет тому вперед» – вселенная фантаста Кира Булычева. Но на новый лад. Сургутский зритель остался в восторге от фильма. Я вообще не ожидал, на самом деле. Мне очень понравилось. На самом деле я ставлю просто 5 оценка. Классно, правда. Прям вернул туда, вот туда, в наше детство. Снова начала возрождаться сфера развлечений. И видеоигры, и фильмы начали становиться лучше, что ли. В главных ролях восходящие звезды Дарья Верещагина и Марк Эйдельштейн. Родители девочки из будущего сыграли Константин Хабенский и Виктория Исакова. Современные технические возможности позволили сделать фильм максимально зрелищным. Я помню, как эта история меня радовала в детстве и как я любила ее. И это какой-то мой реферанс в сторону детей этого поколения. Да? Пусть у них будет своя Алиса Селезнева и своя история. В новом прочтении картина будет интересна зрителю самого разного возраста. В нем каждый найдет что-то свое. О людях – это важно. Какой бы жанр ни был – фантастика, триллер, комедия, все что угодно. Если это о людях, если это обо мне, если это меня затрагивает, то это, мне кажется, удача. Картина «100 лет тому вперед» уже в прокате. Те, кто ее посмотрел, рекомендуют к просмотру всей семьей. Светлана Круковская, Роман Турбин, Вести Югория, Сургут.